Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Вы попали на мой канал Бурманки Владислава. Сегодня уже третий день репетиций на Евровидении. Сегодняшний день у нас начинает Сербук. Это представительница Армении, прекрасной страны, которая уже отрепетировала. И на канале Евровидения появилось первое видео с репетицией с зала самого выставочного центра, в котором проходит Евровидение. Поэтому давайте посмотрим, как она срепетировала. Сербук, walking out. Я сразу ставлю лайк. Очень красивый задник. Вроде бы обычный, но какой-то такой мистический. Это у нее такие ботфорты. Вау, класс. Вроде бы постановка номера, знаете, не сильно так занялись постановкой. Вроде бы не придумали ничего нового, просто минимализм, Сербук и ее вокал. Все, то, что нужно, то и сделали. Молодцы, я хвалю, сделали все в стиле клипа, то есть черно-белый и красный. Молодцы, у нее такой костюм, я надеюсь, она волосы хотя бы подкрутит, потому что волосы нужно, чтобы были, знаете, такие сексуальные. И все, моя Сербук, моя ж ты хорошая, тебе желаю удачи, молодец. Все по минимализму, все правильно сделала. Под эту песню можно было, конечно, какие-то номер придумать. Но что я зараблю? Не придумала ты ничего. Подписывайтесь на мой канал, и сегодня будет много реакций на Евровидение. Первая часть второго полуфинала участники репетируют сегодня, поэтому мы будем смотреть вместе с вами.